А теперь о находках, недавно сделанные с МД-4030 металлоискателем. Это оказалась трубка. Видите прекрасно, с левой стороны, как она должна быть выглядеть. С правой стороны, что вывалилось с нее. Поближе. Здесь есть рисунок. Еле-еле слабо заметный. Вот здесь была крышка. Ну, это по первой находке. По гильзам. Вот эта гильза от карабина Первой мировой войны была найдена. Немножко от грязи очищена. Это пуля от той же самой гильзы Первой мировой войны. Это пуля от карабина Второй мировой войны, советского производства, луганского, кстати. Это гильза от Маузера, немецкого, Второй мировой войны. А вот то, что головка была найдена, это головка из гаубичного снаряда 152 миллиметра Второй мировой войны. Это вкратце все.